Уважаемые посетители сайта «Господа Радио» и уважаемые наши партнеры, мы вновь находимся в нашем хозяйстве. Знакомые вам места, знакомые поля, вот офис наш, кто бывал на наших семинарах, кто наблюдает за нашими сайтами и видео, они сразу эти съемки узнают, и эти места. О чем сегодня мы хотим поговорить? Опять же, самая актуальная, востребованная тема – это посадка саженцев ореха. Поскольку сейчас у нас идет реализация, и масса вопросов появляется, которые вы задаете, и на которых мы постараемся вам ответить. Многие из вас помнят, кто посещает наши сайты, посадку весенней 30 апреля саженца ореха. Необходимость возникла тоже после многих вопросов. Не поздно ли сажать в конце апреля, в середине и в конце апреля или в начале мая? Тогда мы решили посадить экспериментально саженец первой категории. Тогда мы вам посадку подробно объяснили и обещали вам понаблюдать за его развитием и выставлять регулярно на наш сайт. Кто приезжал, кто смотрел видео, кто приезжал к нам на семинары, они имели возможность убедиться в успешном развитии саженца. Вот сегодня у нас 4 декабря. Мы хотим показать вам результаты нашей экспериментальной посадки. Значит, вот саженец. За 7 месяцев он вымахал ростом выше меня. Я имею 1,72 м. Он, получается, выше меня, значит, около 2 метров вымахал. Он выглядит здоровым. И у нас большие надежды на то, что все саженцы, посаженные вами по нашей методике, по нашим рекомендациям, выглядят так же хорошо. Мы будем показывать и в дальнейшем, как дерево это будет развиваться, и держать вас в курсе дела. Всего хорошего. Итак, у нас сейчас идет осенняя реализация посадочного материала, и опять возникает самая актуальная тема — посадка орехов, саженцев ореха. На ваши вопросы мы постараемся ответить, опять же, детально. И чтобы было ясно и доходчиво, мы решили продолжить экспериментальную посадку саженца вот 4 декабря при температуре, сейчас на улице с утра было минус 5. Мы посадим два дерева и покажем вам всю технологию поздней посадки. И впоследствии будем вести наблюдение, выставлять на наш сайт наблюдение и держать вас в курсе дела. Вот это место будет у нас продолжением. Тут у нас посажено экспериментальное дерево весной. Следующие два дерева у нас будет экспериментальная посадка в декабре месяце. Вот пока вы видите, тут у нас чистый участок. Сейчас наши работники займутся трассировкой и начнут посадку саженцев. Итак, процесс поздней посадки ореха пошел. Мы выкапываем ямы по методу Тиктенко, это глубина 60 и диаметром 60. И мы гарантируем вам, что при соблюдении наших рекомендаций саженцы, посаженные 4 декабря 2018 года, примутся 100%. Наблюдайте за сайтом «Господа Радио».
Вы видите, толщина снежного покрова около 7-10 сантиметров. Вот в этих условиях мы сажаем. Температура сейчас на улице около -3, -4 градусов. Поднимется, будет около 0, мы начнем посадку. Итак, ямы у нас готовые. Ямы 60 глубина, 60 диаметром. На дно ямы, как вам известно уже, и сколько несколько раз мы повторяем, на дно ямы ставим по килограмму амафоса, от 700 до килограмма амафоса. Высыпаем и не разравниваем, оставляем кучкой так. Так. Обратите внимание, земля, которая выкопана из ямы, сделана в виде чашки вокруг дерева. На амафос мы добавляем сверху 20-25 сантиметров земли со стороны. Если вас смущает то, что земля вместе со снегом, это не страшно, это дополнительная влага. Так, вот у нас есть земля на амафосе со стороны. Ну вот, земля 20-25 сантиметров сверху на амафос. Следующая операция, от 8 до 10 килограммов насыпаем перегноя. Это навоз, который отлежался 5-7 лет. Это примерно одно ведро. Так, следующая операция, выставляем дерево. Очень важно. Важно понять место спайки где. Место спайки вот. Тут место спайки подвое, привое. Не это колено место спайки и место прививки. А вот обратите внимание, в виде треугольника. Вот оно, место спайки. Поэтому будьте внимательны при посадке. Место спайки должно быть на уровне земли. Сверху на перегной мы насыпаем опять землю и опять со стороны. Еще раз напоминаю, земля, которая выкапывается из ямы, обратно в яму не ставится. И обратите еще внимание на наши лунки. Землю, что мы выкопали из ямы, сделали лунку вокруг дерева. Если это уклон, как наш экспериментальный участок, верхняя часть оставляется открытой для накопления влаги, воды. У нас идет сейчас процесс насыпания земли над слоем перегноя. Мы засыпали землю сверху на перегной. Теперь необходимо дерево подергать, потрусить немножко, чтобы земля попала между корнями, чтобы не осталось пустот. И утрамбовывать хорошо. Заодно дерево даем правильное направление роста вверх. Выравниваем. Так, место прививки у нас есть на уровне земли. Земля утрамбована. Следующая операция – покраска дерева. Покраска специальной краской градинару. Обратите внимание на покраску. Покраску делаем снизу вверх. Осторожно, чтобы не повредить почки. На утрамбованную землю и на покрашенное уже дерево ставим 20-25 сантиметров свежего соломистого навоза. Вот обратите внимание, как он выглядит. Это смесь навоза с чекляжом, с соломой. Важно, чтобы в составе навоза не было соломы с зернами. Это
служит хорошим прибежищем для мышей. Навоз положили, теперь поливаем. Поливаем интенсивно. В такую яму должно вместиться от 50 до 80 литров воды. А точнее, поливаем до тех пор, пока земля, вода не сползет из ямы, пока яма не будет полная. И еще одно главная вещь, важная вещь. Значит, особенности этого года при засушливой погоде. И у нас дождя не было 97 дней подряд. Мы рекомендуем после посадки и первого полива повторить полив через 5-6 дней, доливая по 3-4 ведра еще воды дополнительно. Яма у нас наполнилась водой, свидетельством тому вытекание уже из лунки. Из ямы, из лунки. Так, теперь тычка наша, о которой мы говорим и советуем все время. Втыкаем тычку до самого дна ямы, пока упрется в дно. Вот так. И по прохождению 2-3 недель подвязываем дерево. Дерево за это время осядет вместе с землей. Если оно будет сейчас подвязано, оно будет у нас висеть. Да. Вот, в принципе, и посадка саженца в условиях поздней осени. Начало декабря сейчас, 4 декабря. Напоминаем, мы начали работать, было минус 5, минус 4, теперь 12 часов, температура около нуля. Мы эту работу провели. Советуем вам соблюдать наши рекомендации технологии, тогда гарантия на приживаемость саженцев 100%. Итак, мы вам показали детально посадку саженцев ореха в зимний период. Обратите внимание, рядом с посаженным уже саженцем мы посадили второй саженец. Разница между ними очевидная. Первый саженец, вот этот саженец, это саженец высшей категории. Второй саженец, саженец второй категории. Разница очевидная. Но мы вам покажем их развитие во времени. Саженцы второго сорта у нас будут развиваться так же интенсивно, как саженцы высшей категории. При условии соблюдения нашей технологии посадки и ухода за деревьями.